На 7 января 2015 года народная артистка Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и заслуженная артистка Казахстана и примадонна узбекской поп-музыки. Юлдуз Усманова родилась 12 декабря 1963 года в городе Маргилан. Шестым ребенком в семье рабочих Ураем Алтуна Усманова и Рахимин Акпаровой. У Юлдуз Усмановой есть одна дочь, Нилюфар Усманова. 1986 года рождения. Она также певица. В репертуаре Юлдуз Усмановой более 600 песен на узбекском, турецком, уйгурском, казахском, татарском, русском, таджикском, персидском и других языках. А дискография насчитывает около 100 сольных пластинок. Отец Ураемхан Усманов родился в Маргилане в 1926 году. Он всю свою жизнь проработал на Маргиланском шелковом комбинате. Его стаж работы составляет 52 года. Мама Рахимахан Акпарова тоже родилась в Маргилане в 1932 году. Она также проработала на Маргиланском шелковом комбинате 41 год. В одном из корпоративных мероприятий в Маргилане Юлдуз было суждено встретиться с легендарной певицей Гаухар Рахимовой, родной сестрой Камарханум. Там Юлдуз должна была выступать на концерте в честь праздника 8 марта, который проходил в театре Нурхан. И именно на тот праздничный концерт приехала Гаухар Ханум. Она внимательно посмотрела все выступления. Узрев талант молодой Юлдуз, после концерта позвала ее, сразу предложив участвовать в ансамбле «Маргилан Хандасе», созданный ей в Маргилане. И именно в этом ансамбле Юлдуз исполнила свою первую песню. Далее Гаухар Ханум пригласила ее в Ташкент. Забрав себе домой, начала преподавать пение. Семейная жизнь Юлдуз Усмановой, как у Аллы Пугачевой, бывшие мужья Юлдуз из-за женитьбы на ней лишались очень высоких должностей. Ее нынешний муж — это Мансур Ага Аглу, турок по происхождению из Узбекистана. Живут они вместе вот уже четвертый год.